And please make sure if you're using the competition, let me know if it works or not. I will be happy to see that. Если кому случится применить эти техники на соревнованиях, дайте мне знать. Я хотел бы сам убедиться в том, что они рабочие. Видишь, семинар ради меня сделали. Ну, он так показывал, да? Я повторил просто. Как в сексе. Когда на тебе делают, всегда понятнее. Семинар для меня сделан. Сейчас мы разбираем омоплаты, помогаем мне с details, что-то новое узнаем. Классно. С прыжка. Эффектно. Он думает, что он научил меня их. Перед ним специально, перед Карвалью делал. Сделал приятный человек. Он, знаешь, как счастлив был? We shoot for the neck. Мы беремся за шею. And then we lock. Начали. Есть такая версия, что где-то продаются специальный словарик для бразилов, которые приезжают в Россию. Давай, ребят, одна минута попить, ну и все вот это вот. Вот идет 10-15 фраз. А, поменялись. And then now I pass my arm. Step one, two, and then we change for the back. My hand, block, palm. And now what I'm gonna do, I'm gonna go down my knees and then start to go under him. Вот она, Алексея Беляевская подсказка, палка-вручалка. А ты на соревнование можешь подойти, так сказать? Семинар Макса Карвалью, четвертая тренировка этого уикенда. Интересно, у некоторых взрывается голова. Очень прикольный момент с дрилами. Макс показывает некий дрил, дает минуту для того, чтобы каждый мог его попробовать, после чего смотрит, насколько он хорошо зашел, насколько не зашел, и дает еще минуту для повторения. То есть он еще раз показывает этот дрил, обращает внимание на какие-то ключевые вопросы, ключевые моменты, ключевые детали, захваты, и еще раз дает возможность повторить. Очень прикольная штука. Все понятно, ничего не получается, зато я выучила 3 новых движения за 10 минут, которые никогда в жизни не делала. Проще, чем когда объясняют. Шедеврально. Что? А,
it depends. You know, everything is about the conceptions. You know? Once you can explain for beginners how to play with the lapel and what they have to focus, it's easy for any level. You know, in my school, back in Budapest, we have a lot of beginner guys who like to play lapel guard, and they are doing very well, by the way, because they understand the little things, what is important. You know, everything is about explanation. You know, if you know how to explain something in the easy way, so anybody can do it. But you have to repeat. You know, it depends of the level of each student. So I always recommend them to learn the basic stuff, all the basic conceptions. You know, when I feel they are ready for another level, that's when we start with the lapel. And this, it depends of the student. Some guys, they can be very good in 6 months. It's after 6 months training every day, they can be ready to use the lapel. But some other guys need more time. Probably they need more than a year just to understand how the things works, and that's when they are able to use the lapel. Thank you very much, everyone, for being here in this seminar. Ребята, всем большое спасибо за то, что пришли на семинар. So I'm already traveling all the Russia and doing a lot of seminars, and this was my last seminar before I back home. Я уже объездил очень много мест в России и проводил здесь семинары. Это мой заключительный семинар перед тем, как я уезжаю домой. I know it's a summertime, everybody wants to go to swim, to go to a nice place with the family. Понимаю, что сейчас лето, все хотят провести время с семьей там, на природе. But you guys decide to be here with us, training, you know, and that's very important for me. Но вы решили приехать сегодня сюда, это для меня очень важно. I hope you guys enjoy the techniques and keep working hard. Я надеюсь, что вам понравились те техники, которые мы с вами изучали, и вы продолжите усердно тренироваться. And please make sure if you're using the competition, let me know if it works or not. I will be happy to see that. Если кому случится применить эти техники на соревнованиях, дайте мне знать. Я хотел бы сам убедиться в том, что они рабочие. Немного выучил, а детали приобрел очень много, на самом деле, это правда. Потому что каждый человек трактует свою технику, свои правила. Я сюда пришел, и мои ученики изначально учиться, и мне без разницы, знаю я эту технику, не знаю. Я всегда учусь, как говорится, совершенству нет предела, поэтому спасибо всем, Сергею, Максу Карвалью, кто организовал, кто снимал, вам, Алексей. Просто я очень рад таким мероприятиям, приглашайте хоть каждый день. What I try to say to my students when they are starting, or even for the high level guys, is, you know, is training, dedicate yourself as much you can, because your life is always busy with many things, you know, you have to work, you have to take care of your family, so you're gonna be good, or you're not gonna be very good, but you're always gonna learn jiu-jitsu, you know. What I always say for the guys, never give up, keep working hard, and then your time is coming, so if you deserve, see, if your dream is to become a black belt, keep working hard and one day you're gonna get it. Thank you, my friend.